Подите его превосходительство, я с удовольствием хотел бы поприветствовать премьер-министра Республики Словения, его превосходительство Мирослава Церара. И я предлагаю ему выступить перед Генеральной Ассамблеей. Господин председатель, ваше превосходительство, уважаемые делегаты, дамы и господа, мы переживаем исторический момент в жизни Генеральной Ассамблеи. В следующем месяце мы будем отмечать ее 70-ю годовщину. И сегодня нам был дан шанс определить, что мы достигли, что мы сделали и что нас ждет в будущем. ООН предпринимает широкие усилия, направленные на то, чтобы проложить дорогу, ведущую к миру, безопасности и правам человека. В то же время глубокие изменения произошли за эти последние 70 лет. ООН успешно изменялась, обеспечивая творческий подход, политическую волю и добиваясь гибкости, эффективных взаимоотношений с другими. 10 лет тому назад лидеры собрались здесь, в Нью-Йорке, преследуя цель укрепления и содействия развитию международной безопасности, осуществления прав человека и развития, выработав смелый план, который получил название «Итоговый документ Всемирного саммита». Это привело к учреждению Совета по правам человека и Комиссии по миростроительству. Мы коллективно одобрили концепцию ответственности за защиту прав человека от массового уничтожения людей и систематического нарушения в отношении прав человека. Мы также обязались преобразовать Совет Безопасности, а также обеспечить активизацию работы Генеральной Ассамблеи в рамках всеобъемлющей и всесторонней реформы Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций должна и впредь приспосабливаться к новым вызовам. И поэтому было бы важно добиваться прогресса в этом отношении. У нас есть мандат и ответственность действовать, опираясь на глобальную солидарность и видение более справедливого и живущего в безопасности международного сообщества. Мы приветствуем утверждение повестки дня действий в Адис-Абебе и новую повестку дня в области устойчивого развития. Однако в конце этого года конференция по изменению климата в Париже должна принять амбициозную, долговременную, универсальную, имеющую юридическую силу соглашение по климату, которое позволит смягчить последствия изменения климата, обеспечить адаптацию к изменениям, финансирование и развитие технологий на сбалансированной и эффективной с точки зрения затрат основе. Словения по-прежнему твердо привержена участвовать в усилиях по защите окружающей среды, обеспечивая устойчивость в национальных и международных контекстах, опираясь на нашем обширном опыте пчеловодства, а также учитывая множественные угрозы пчелам. Мы расширяем информацию о критической важности сохранения пчел в интересах для устойчивого производства и сохранения биоразнообразия. Правительство Словении поэтому приняло решение провозгласить Всемирный день пчел, и мы ожидаем, что ООН одобрит это предложение. Без соблюдения прав человека не может быть ни безопасности, ни экономического и социального развития, и наоборот. Я хотел бы заявить о нашей поддержке, превосходной работе, которую проделал Верховный комиссар по правам человека господин Заид Раад Аль-Хусейн, и мы призываем его и впредь оставаться во главе усилий в области прав человека. Почти 25 лет тому назад, когда Словения обрела независимость, уважение к правам человека стало основополагающим принципом нашего нового государства. С тех пор наша приверженность укреплению прав человека, особенно защита прав наиболее уязвимых групп, включая права детей и пожилых, лишь набирала силу и
является одним из ключевых элементов нашей внешней политики. Словения будет и впредь выступать за прогрессивный подход к правам человека и намерена укреплять международные нормы и стандарты. Мы убеждены в том, что мы можем существенно помочь осуществлению этих целей, в частности, будучи членом Совета по правам человека в период с 2016 по 2018 год. Этот год имеет особое значение для женщин, ибо 20 лет тому назад государства-члены приняли Пекинскую декларацию и платформу действий. Всего лишь несколько дней тому назад мы совместно отпраздновали это событие и подтвердили нашу приверженность гендерной равенстве, правам человека и расширению прав и возможностей женщин. В октябре мы будем отмечать 15-ю годовщину со дня принятия резолюции 1325. Первую резолюцию, где подчеркивалась роль женщин в области мира и безопасности. Отмечая достигнутый прогресс, мы понимаем, что нам предстоит и впредь бороться за обеспечение гендерного равенства. Господин председатель, уважение к принципу верховенства права и международному праву является необходимым условием для развития мирного сосуществования государств. В уставе ООН одной из целей ООН обозначена как установление условий, которые позволят справедливо соблюдать обязательства, связанные с договорами и другими источниками международного права. Словения верит в приоритетное значение международных договоров и в контексте осуществления этих договоров мы можем укреплять универсальный характер организации, обеспечивать ее надежность и подотчетность. Правосудие, истина, примирение должны стать в центре внимания всех обществ, осуществлять всеми средствами, в том числе посредством международных судов и трибуналов. Мы решительно поддерживаем Международный уголовный суд, который играет важную роль в осуществлении принципа верховенства права. Словения и впредь будет выступать в поддержку сильного независимого суда, также будет добиваться обеспечения универсальности Римского статута и соглашений, принятых в Кампале. И мы призываем все государства сотрудничать с Международным уголовным судом. Но главная ответственность за уголовное преследование по международным преступлениям остается на государствах. Словения активно участвует в усилиях, которые направлены на обеспечение взаимной правовой помощи и экстрадиции преступников государствами, которые совершили преступления против человечности, военные преступления и геноцид. Независимо от того, как часто мы будем повторять, что массовое убийство и систематическое нарушение прав человека не должны повторяться, все же время от времени мы вновь сталкиваемся с потрясающими вызовами совести человечества. Последние несколько дней на наших глазах разворачивалась война в Сирии, конфликты в Ираке, Ливии, Газе, Йемене, Южной Африке, ЦАР и повсюду, что имело свои последствия и для их соседей, и последствия для всего мира. Положение ухудшилось по мере эскалации действий экстремистов и преступлений, совершенных Даэш и другими террористическими группами и организациями. Мы должны положить конец этой практике. Мы призываем Совет Безопасности, особенно его постоянных членов, преодолеть разногласия и найти возможность более эффективно решать и без того тяжелую ситуацию в соответствии с принципом главной ответственности Совета за поддержание международной мира и безопасности. Не остался в стороне и континент Европы. Конфликт в Украине продолжается. Суверенитет и территориальная целостность этой страны по-прежнему находятся под угрозой. Мы поэтому призываем к полному и своевременному осуществлению минских договоренностей. Война и конфликты привели к огромному росту массового увеличения числа перемещенных лиц, не беспрецедентных в истории. Мы сталкиваемся с огромным вызовом гуманитарным ценностям, толпы беженцев и мигрантов
покидают дома, сотни людей умирают в поисках лучшей жизни. Масштабы нынешнего гуманитарного кризиса требуют решительного и немедленного ответа со стороны всего международного сообщества, основанного на общих принципах солидарности, гуманизма и разделяемой ответственности. Мы должны помочь этим людям. Мы должны оказать большую помощь странам, которые принимают большое число беженцев. Мы должны также более решительно в странах происхождения добиваться устойчивой политической ситуации, прекращения конфликтов и распространения расистских идеологий. Господин председатель, Словения привержена делу предотвращения конфликтов и мирного урегулированию оных. Где это возможно и применимо, мы должны в качестве инструментов использовать дипломатию, посредничество и предотвращение конфликтов. Последнее историческое соглашение по ядерному вопросу, связанному с Ираном, свидетельствует о том, что даже комплексные проблемы могут быть урегулированы мирным путем. Учитывая позитивные результаты этой договоренности, мы надеемся на то, что мирные переговоры на Ближнем Востоке возобновятся в ближайшее время и обеспечат стабильность и безопасность в этом несчастном регионе. Что касается разоружения и контроля за вооружениями, я хотел бы поприветствовать скорейшее вступление в силу договора о торговле оружием, который состоял в декабре, а также призвать к его полному осуществлению. Это позволит нам эффективно регулировать международную торговлю в области оружия, обеспечивая международную безопасность и мир. Моя страна также остается приверженной цели создания мира, свободного от ядерного оружия. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что Словения впредь будет участвовать в деятельности, направленной на то, чтобы глобальное сообщество стало универсально обеспечивать нормы в области прав человека и обеспечивать достойную жизнь для всех. Мы поддержим, мы остаемся твердым сторонником защиты окружающей среды. Мы будем вносить свой вклад в создание надежных партнерств, и всеохватный диалог и конструктивное сотрудничество. Мы преисполнены решимости работать со всеми партнерами для того, чтобы организация достигла предметных, ощутимых результатов, которые позволили бы укрепить мир, безопасность и права человека для всех. Словения выполнит свою долю ответственности в этой связи. Благодарю вас. От имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблагодарить премьер-министра Республики Словения за его заявление. Я попрошу протокол.